Напомним, в Великом Устюге уже установлены 3 умных пешеходника на Советском проспекте, на улицах Виноградова и Глединской. Они должны были быть приняты еще в конце лета, но завершилась эта процедура только в конце осени. А с 30 ноября в микрорайоне Яиково заработал 4-й умный переход. При проведении торгов у нас была экономия. Да, деньги областные, которые нам выделялись за счет этой субсидии, нам удалось приобрести еще один умный пешеходный переход, который с сегодняшнего дня у нас официально работает. Это на улице Глединская, около Авангарда. Там уже другая компания, работы выполнены оперативно, буквально за выходные. Они установили, настроили, и мы с первого раза работу приняли у них. Посмотрим, как дальше будет он работать. Надеемся, что все будет хорошо. Умный пешеходник оборудован на оживленном участке улицы Глединской рядом с автобусными остановками и жилыми домами. Люди ходят здесь в любое время суток. Система срабатывает, как только человек пытается пересечь проезжую часть. Некоторые местные жители уже оценили новшество. Ночью идешь, не видно ничего. Свет зажигается, водители видят, например, пешеходы. Нет, еще не ходила. Вон дом, как я посматриваю, так из окон посматриваю. Очень нравится. А то обычно ездят, даже не останавливаются. А сейчас стали как? Те работают, останавливаются. Видите, как красиво. Работа умных пешеходных переходов сейчас контролируется городскими властями. Камеры, установленные на переходах, показывают, кто и когда пересекает дорогу. Это позволяет вести статистику, в первую очередь для того, чтобы отслеживать расход электроэнергии. Кроме того, специалисты городской администрации теперь могут настраивать систему самостоятельно. Наталья Вашевская, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».